Ну, мы обычно под утро таким вещам подходим. Все логически. А у тебя как это Rolling on the river, по-моему. Или Rolling by the river. Rolling by the river. Ну, это вообще весь Криденс. Ну, а что? Криденс, напиши Криденс. Она, во-первых, абсолютно оригинальная. Нет, это факт. И потом я ее слушаю с третьего класса. У нас не было, просто был маленький сингл классик, потому что у них песни нет. Ну и про Буратино вот это про. Это очень плохо, что не так. Ты и Боб напиши обязательно. Ну, а что мы сейчас делаем? Удивительно, что ты столько помнишь. Я даже столько не помню. Очень Чего хорошо начали? У тебя. А? Очень хорошо у тебя идет. И голос, и акцент. Акцент? Даже акцент? Близко. Не скажешь, что ты столько живешь в России. А лопашки акцент. Наверное, а может у него родственники? Корни у всегда. Корни там все. Ну они мне в свороню уже приврили. Не говори. Ты определись. Пиши список. Юля, пиши список далее. Ах ты, милая моя, труба дурочка, смотри, как исхудала фигурочка, я забудами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Игрушечка моя, черемышная, скоро будут здесь мезы заграничные. Выбирай любого, все оплачу. Ничего я не хочу. Перепелица, слушай, кузнецо, диетическое. Или мой.
может, обратимся к врачу. Наташа, продолжай. Она в школе там ушла, раздевшись на совсем. Сыграла. Вчера забыли мы слезы сыграть. Не возвратилась никогда, а может, умерла. Что-то в глазах сказала, прыгнула. Что-то там расчёпали волосы, я даже не помню. Что-то меня стаканами не кинула. Стакан уже был. Кого-то. И подушка тоже была. В кружках. Это был уже второй стакан. Есть подушка, моя подружка. Я выпил чай. Не скучай. Наташка, не скучай. А звук и песню знаете? В доме 8 на Тверском бульваре. Ясно было даже детворе, что ишь, что седьмой квартире парень. Ай, мама, тебя самый симпатичный парень. Что ишь, что седьмой квартире парень. Самый симпатичный парень. Записывай. Пиши. Тебе это тоже учить. Нет, подожди, тут еще куплет есть. А, есть. Это потерянный куплет. Тщательно загладить живые пчелки. Пчелки. Да, на-на-на-на-на-на. Самые красивые девчонки. Ай, мама, в доме подверстись, скучали по нему. Самые красивые девчонки сообща скучали по ним. Не играл для них он на гитаре и не пел куплетов во дворе в октябре. Также в ноябре, в сентябре, в декабре проходил даже мимо Тани. Самый симпатичный на чердачке. Наша Таня очень громко плачет. Подожди, там еще. Ура! Ищи. Тут же кульминация сейчас будет. Да. Значит, они о чем мы остались? Развязка. Самые красивые. На чердачке. Нет, в каблучке. В каблучке. Самые симпатичные каблучки. А когда поглядывал на Таню, говорил друзьям и себе, с Танькой встречаться я не стану, я себе красившую найду. С Танькой встречаться я не стану, я себе красившую найду. И так, в общем, он гулял по свету. Самые симпатичные во дворе. Это ту, что-то такое. Нет, не ту, а ем там должно быть. Там же ментам уходить. Да, нет, там не было, это другая история. Понял он, что лучше Таньки нету. Только Танька замужем уже. Только Танька замуж за Юту. Только Танька замуж. Записала, да? Слава записала. Наша Таня очень громко плачет. Ура, Таня. За нами еще не пришли, не? Малина наша. Плачет. И достали, тонет. Это мы споем где-то... На Кавказе к 6 утра. Когда люди ели, совсем не останется. И потом мы ели лестницу. Да, сразу. Сразу. Это в одной тональности. А, извини, забыл это. Про Хачика и вот про... Аминь, а ты не видел, как мы эту песню спели, как ты рокер-рокун? Год назад, кстати, надо послушать. Очень круто.
знаешь, как на... Рок-н-рок-н? Рок-н-рок-н. Рок-н-рок-н из белого альбома.